Во сколько лет твой прадедушка пошел на войну? Он пошел в 36 лет. Мой дедушка прожил на войне только 2 месяца. Он жил недолго и не смог получить ни одной медали. Дорогой мой прадедушка, я уважаю тебя за то, что ты один из первых пошел защищать нашу Родину. Спасибо тебе огромное за победу. Теперь мы живем в мирности и сохранности.